Всем привет! Меня зовут Белозерова Юлия. Я студентка второго курса факультета строительства и архитектуры по специальности промышленное и гражданское строительство. С первого курса я являюсь активисткой студправкома ЮЗГУ. Вместе с ребятами мы организовываем огромное количество мероприятий. Также мы консультируем студентов по вопросам общежития, стипендий и других материальных выплат. В составе информационной комиссии студправкома ЮЗГУ я вместе с другими ребятами веду странички студправкома в социальных сетях ВК и Инстаграм. Благодаря своей активной деятельности я побывала на таких масштабных мероприятиях, как Школа правовой грамотности ЦФО, Славянское Содружество и Территория смыслов на Клязьме. В рамках Школы лидерства ЮЗГУ я стала главным организатором веревочного курса для участников форума. Кроме того, мне посчастливилось стать модератором данного мероприятия. Хотелось бы сказать огромное спасибо ректору нашего университета и председателю студправкома за огромное количество возможностей развиваться в разных направлениях. После окончания университета я хотела бы стать хорошим проектировщиком и подарить этому миру не одно здание. Никогда не бойся, что скажут люди. Развивайся и покоряй новые вершины, и тогда именно ты станешь следующим студентом недели.